привет! Я сегодня как настоящий видеоблогер, решила заснять весь свой день, вечером смонтировать, а на утро выложить. Я не знаю, что из этого получится, посмотрим. Ну, это просто прикольно. Я так решила поэкспериментировать. Погнали. Сейчас 7 утра. Мы с Ромой идем на пробежку. Не то чтобы мы каждый день ходим на пробежку, но ради блога-то можно. Сейчас будет очень быстрый завтрак. Я отправила Рому на работу, и сейчас у меня будет скайп-колл по поводу новых сценариев для Exnos. Мы будем скоро снимать новые ролики. Потом я пойду к ортодонту. Алло, Марин, привет. Все, пойдемте к ортодонту. Сейчас только еще пару моментов. Все, теперь можно идти. Мы сейчас зайдем в Costa Coffee, потому что там самый вкусный флэт уайт. Чин-чин. Мы приехали. Сколько стоит визит к ортодонту? 300 евро. Это мой налог на переезд. И у меня синие зубы. Хочется немного рассказать про брекеты. Я брекеты поставила в Москве прошлым летом, 1 июня, так символично, в День защиты детей. И оплатила их полностью. Но случился переезд, я решила поискать ортодонта в Лимассоле. Я наивно предполагала, что это не будет дорого стоить, что самое дорогое в брекетах — это их поставить, а потом уже все вот это вот лечение, консультации, это все копейки стоит. На самом деле нет. Ну, если как бы без прелюдий, то я очень сильно попала. Мне нужно заплатить за свои брекеты второй раз ту же самую сумму. Ой, смотрите, что у нас тут. Мне кажется, это помело, да? Мы сейчас туда пойдем. И я купила себе один комикс. Мне рассказывали, что на Кипре проходит комик-кон раз в год. Он проходит в Никосии. На это событие приходит очень много людей. Там несколько тысяч человек. Для Кипра это очень много. То есть это одно из самых масштабных вообще мероприятий на Кипре. И там всегда очень круто. Вы вообще как, привыкли к моим синим зубам? Я не думала, что они будут настолько ярко-синие. Я думала, они будут чуть-чуть голубоватые. Ну окей, как бы ладно, похожу так месяцок. Я хочу еще зайти в магазин, купить горшки. Я купила себе 3 цветка. Розу, лаванду и типа мята. Мне нужны, собственно, горшки и почва. Вот сейчас мы за ними пойдем. Сегодня среда, и они закрыты. По средам тут короткий день практически везде. Когда я куплю машину, я приду вот за этим цветком. Или за этим. Вы все время смотрите на мои зубы, да? Я тоже. Вот у Димы моднейшая прическа, мы покажем, да? Ну все, мы идем в офис. Я в офисе XNS. Зашла попить кофе халявный. Моя страничка, у меня починили корпоративный Facebook, и я теперь буду жить активной корпоративной жизнью. Обожаю вот это вот все, ребят. Так что идем домой. Дом без завтрака, чтобы уснуть от бессилия. На берегу маяк, не берегу никак. Если погаснет, то я уйду вечный сон. Небо в огне, а я медленно удаляюсь. Тупость какая-то получается. Короче, все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Сейчас 7 часов вечера, мой день не то чтобы закончился, но дальше не будет ничего интересного, я просто буду монтировать ролик. Хочу поблагодарить всех, кто пишет мне приятные слова. Я не ожидала. Спасибо большое, это очень приятно. Спасибо, что смотрите. Пока.